Здравствуйте, друзья мои! Сегодня предлагаю приготовить холодный корейский суп кукси. На аутентичность блюда я не претендую, потому что рецептов этого супа великое множество. И изучая вопрос, я пришла к выводу, что общим во всех рецептах является наличие таких ингредиентов, как мясо, капуста, огурцы, чеснок и соевый соус. Во всем остальном возможны разные вариации. Процесс начинается с приготовления бульона или кукси-мори, для которого необходимо 2 литра кипяченой холодной воды, 500 граммов помидоров, примерно 100 миллилитров соевого соуса. Говорю примерно, потому что соевый соус разной концентрации. И здесь действительно зависит от вашего вкуса. 1-2 столовые ложки сахара, 2-3 столовые ложки 9% уксуса, половина чайной ложки молотого кориандра и пучок свежей кинзы. И если не хватит соли в соевом соусе, то нужно будет добавить еще. Также нужно будет 500 граммов отварного мяса, чаще используют говядину, но я взяла курицу. 0,5 килограмма свежих огурцов, 0,5 килограмма капусты. Видите, как легко запомнить? Все по 0,5 килограмма. Головка репчатого лука, пара зубчиков чеснока, примерно 1 чайная ложка красного молотого острого перца, 3-4 столовые ложки растительного масла. Стеклянная лапша фунчоза или очень тонкие спагетти, спагеттини. Достаточно 300-400 граммов, но я не стала мелочиться и решила сварить всю 0,5-килограммовую пачку. Для приготовления яичных блинчиков понадобится 4 яйца, чайная ложка растительного масла, соль по вкусу. Вроде все. Помидоры нужно вымыть, вырезать сердцевину и натереть на крупные терке или измельчить блендером. Кожицу можно очистить, но у меня она очень тонкая и при измельчении блендером не мешает. Добавляю помидоры в кипяченую воду. Сюда же добавляю соевый соус, сахар, кориандр, половину уксуса для начала. А теперь нужно все перемешать и попробовать. Уксус я добавляю весь. Соевый соус у меня очень концентрированный, поэтому солености мне хватает. Измельчаю кинзу. Если вы не любите кинзу, возьмите другую зелень на свой вкус. Зелень также добавляю в кукси-мори. Попробуйте еще раз и отрегулируйте бульон по своему вкусу. То есть, если нужно, добавьте кислоты, сахара, соли. Все, убираю бульон в холодильник, часа на 2 настаиваться. Куриное мясо или нарежьте, или разберите руками на волокна. И где-нибудь в процессе поставьте воду для приготовления спагетти. Я вывела для себя 3 правила приготовления этого супа. Первое. Главное не запутаться, что, куда и зачем. Второе. Готовить нужно много, чтобы сразу отвозиться и долго есть. И третье. Сохранить все составляющие до момента сборки. То есть не съесть раньше времени. И не только не съесть самому, а еще и не дать другим. Разобранное мясо накрываю и убираю в холодильник. Не помню, говорила я вам или нет, но варила я его в подсоленной воде. Тонкой соломкой шинкую капусту. Выберите серединку, резать будет легче. Добавляю чайную ложку соли без верха. Хорошо перемешиваю и заодно мну. И так оставляю минут на 10-15, чтобы капуста дала сок. Потом его нужно будет слить.
не очень тонкой солонкой нарежу огурцы. Они у меня оказались очень толстокожими, поэтому я очистила. Если у вас кожица тонкая, можете этого не делать. Чтобы было похоже на солонку, буду резать наискосок. И в это время у меня закипела вода на спагетти. На 5 литров воды я добавляю полную столовую ложку соли. Мои спагетти нужно варить 3 минуты. В огурцы тоже добавлю соли, половину чайной ложки. Перемешаю так же, как капусту, оставлю, чтобы выделился сок. И его тоже потом нужно будет слить. Когда спагетти готовы, откиньте их на дуршлаг и промойте холодной водой, чтобы остановить процесс. Если вы боитесь, что спагетти слипнутся, можно добавить к ним немного масла. Четвертинками колец нарежу репчатый лук. Разогрею на сковороде пару столовых ложек растительного масла и обжарю лук до золотистого цвета. Пока жарится лук, я солью сок с капустного салата. И с огуречного тоже. К огурцам я добавляю обжаренный лук. А на эту же сковородку выливаю оставшееся масло и раскаляю его. Выдавливаю в огурцы чеснок. Добавляю половину красного перца. Все перемешиваю. Один салат готов. Убираю его в холодильник. В капусту вылейте разогретое масло. Перемешайте его. Выдавите чеснок и добавьте оставшийся острый перец. Еще раз все хорошо перемешайте и тоже уберите в холодильник. Одно из правил я выполнила, сумела не запутаться, и у меня остались только яичные блины. К яйцам добавляю соль, 1-2 чайные ложки растительного масла, все разбалтываю. Жарить лучше на маленькой сковороде, на ней проще переворачивать. Обжариваю с двух сторон. Итак, все остальные. И когда мои чудесные блинчики-оладышки остыли, а получилось у меня их великое множество, целых 8 штук, я нарезаю их тоненькой соломкой. И вы можете мне не верить, но на этом все. Все составляющие кукси готовы, и впереди остается самая приятная часть – собрать блюдо и съесть. А вообще напишите в комментариях, ведь кто-то наверняка готовил уже кукси по какому-то своему рецепту. Поделитесь, мне будет очень интересно. Видите, какая красота. Итак, приступим. Красиво скручу спагетти, хотя, откровенно говоря, для себя просто разрежу. Кукси-мури. Капустный салат, огурцы, яичная вермишель и курица. Ну, по-моему, просто загляденье. Вот такой замечательный холодный корейский суп у меня получился и обязательно получится у вас. Непременно приготовьте и готовьте, следуя одному из моих правил, то есть сразу много, потому что я уверена, что вам понравится. Это действительно очень-очень вкусно. Желаю вам приятного аппетита! Благодарю вас за просмотр. Если видео понравилось, ставьте лайки, комментируйте, делитесь им с друзьями. А я желаю вам успехов во всех ваших начинаниях. До новых встреч!
кухонные фишки.